народ! Как дела? Надеюсь, у вас все круто и замечательно. И что, начиная с 1 января этого года, вы таки начали следовать за своими мечтами, если вы никогда этого по какой-то причине не делали. Также я надеюсь, что вы проводите свои выходные или каникулы, если вы на каникулах, а если вы не на каникулах, то на выходных. Короче говоря, что вы проводите свое время с людьми, о которых вы заботитесь, которые вам нравятся и которые заботятся о вас. Вот. Я желаю, чтобы 2016 год был просто крутым и офигенным и вообще запоминающимся. Ну, вот, с хорошей стороны. Также я хочу, чтобы он был для вас жизнеменяющим, жизнеизменяющим, правильное слово подчеркнуть, в хорошем плане, как 2015 год был для меня. Я его начала, знаете, 2015 год, вот, с кучей ограничений в моей голове, которые я сама себе же и настроила, которые мешали мне действительно жить и наслаждаться жизнью. Но однажды я себе сказала так: все, с меня хватит. Я буду пытаться, по крайней мере, делать то, что мне нравится, а там посмотрим, что из этого выйдет. И знаете, с тех пор я стала, ну, таким достаточно другим человеком, который не боится быть амбициозным, следовать за своими мечтами. Пусть они даже и кажутся глупыми и странными некоторым людям. Мне как-то пофиг. И как вы заметили, я стала намного более уверенной в себе. Мне как бы хорошо, мне норм. Вот. Так что в этом году я решила, знаете, поставить несколько новых новогодних таких решений, которые изменят мою жизнь к лучшему. И таких решений три. Во-первых, я должна научиться принимать все те ошибки и глупые решения, которые я сделала в течение всей своей жизни, и научиться не ненавидеть меня за все эти решения и ошибки, ведь все случается не без причины. Ну, по какой-то причине, вот. По крайней мере, мне так хочется думать. Второе, я должна все так же продолжать делать то, что мне нравится, то, что приходит мне в голову, и то, что вот мне показалось, что нравится, из того, как оно выглядит в моем воображении. Вот, потому что это не сильно классно. И развивающе, так сказать. Вот. Также третье решение и последнее — это научиться завершать все те мои творческие начинания, которые я когда-либо начала, либо начну, либо начинаю. Потому что я в течение своей жизни и скучной молодости, и юношества, и подросткового возраста так привыкла откладывать в долгий ящик, потому что, как я долгое время считала, это меня никуда не приведет, и это бессмысленно, и это такое, знаете, не особо важно. Но, тем не менее, именно от нескольких таких творческих начинаний, которые я привела к такому, можно сказать, концу, именно они, знаете, заставили меня взглянуть на жизнь под совершенно другим углом. Не падай, не падай. И действительно начать ею наслаждаться и видеть много позитивных красок в ней. Вот. Почему этих решений только три? Как вы заметили, они такие достаточно такие объемные и, можно сказать, слегка глобальные. И именно такие решения как бы сработали для меня в 2015 году. В то время как решения типа привести себя в порядок, похудеть, перестать есть пиццу, перестать быть ленивой и прочие подобные решения, которые вроде как такие мелкие и более легко, кажется, вроде как выполнимые, они на самом деле как-то вообще не сработали в течение ни одного года моей жизни. Так что в то время как вот такие вот решения все-таки сработали в 2015 году и в паре лет предыдущих, так что почему бы мне сработать в 2016, кто же знает-то? И на этом, в принципе, все. Так что, как я уже сказала, надеюсь, что вы проводите свои выходные, каникулы весело, в интересной компании и заряжаетесь позитивными эмоциями и энергией. Я вам желаю крепкого здоровья, вдохновения, храбрости, смелости и такого сурового большого куска безрассудства, чтобы дать шанс вашим мечтам и надеждам на осуществление. Вот. Потому что вы достойны заниматься тем, что вам действительно нравится, а не тем, что, знаете, дядька сказал вам заниматься. Потому что, ну, вы реально способны на многое, даже если не осознаете этого.
Поверьте мне, я это знаю на своем собственном опыте. И вот если вы не верите, что вы способны сделать все что угодно и добиться всего что угодно, просто вот посмотрите на меня. Я никогда не думала, что у меня вообще будет когда-либо YouTube-канал. Тем не менее, вот она я тут. И ему совсем скоро будет целый год. Я, честно говоря, от этого в таком глубочайшем шоке. Честно, я думала, что весь этот YouTube моя деятельность закончится где-то после третьего видео. Тем не менее, с перерывами, да, признаюсь. Но тем не менее, вот она и тут. Я никуда не собираюсь абсолютно уходить. И 2016 год даже будет намного более интересным, чем 2015 год тут на канале. Если у меня, ну, все получится, как я планирую. Будет много интересного, да. Интригую, но... Так что, что я хочу сказать. Если я все еще тут, все еще этим занимаюсь, ну и так, 30 человек это все-таки находит меня достойно интереса и просмотра. Да, для кого-то немного, понятное дело, там, в основном сейчас ютуберы от миллиона подписчиков. Ну, я только начинаю. Честно, я очень рада и тем 30 людям, которые вот у меня есть, и, честно говоря, я в шоке, что даже те 30 человек, которые тут есть, находят меня, ну, достойной просмотра и подписки. Я, честно, спасибо вам, вы даже не представляете, как вы повлияли на то, что этот год, ну, то есть 2015 год стал, ну, знаете, самым лучшим, можно сказать, за годом, за все мои почти 21 год жизни, вы действительно стали одной из главных причин, по которой этот год стал действительно таким суперовским, самым крутым, самым офигенным, самым волшебным и, ну, просто замечательным годом в моей жизни. Так что спасибо вам. Если мы смогли это все сделать, я смогла этого чего-то измениться за этот год к лучшему, то, знаете, вы способны абсолютно на все. Если я это смогла, то чем вы хуже? Думаю, вполне себе многие из вас даже лучше. Там, более устремленные, чем я, и всякое такое. Так что вы способны абсолютно на все, народ. Я в вас верю, и вы все сможете. Если вы в себе сомневаетесь, не сомневайтесь. Будьте своим собственным другом, и все будет тогда круто. Все будет круто, ей! Так что, да, спасибо вам, что были со мной весь этот 2015 год. Ну или там, если вы новичок тут, то привет, я Оля. Да, приятно познакомиться. Так что, да, спасибо вам, люблю вас, вы самые крутые. Еще раз с Новым годом! Хорошей недели!